Лето, жарко, и почему-то каждый день я слышу о том, что у кого-то инсульт и что кто-то его не пережил. Я заметила, как врач во время ковида, что люди вообще никогда не следили за своими проблемами с давлением. Зачастую они начинали ими заниматься только когда заболевали ковидом. Пожалуйста, займитесь собой сейчас, летом. Попробуйте узнать, есть у вас гипертония или нет, и получить необходимую консультацию своего семейного врача. Это очень важно. Впереди новая волна ковида, да и независимо от ковида, от инсульта в Украине погибает очень много людей.